Вот она, подстанция Нагорная 40/1. Вот смотрим здесь, что с дорогой сделали. Вот такие вот бугры просто наделали. Тут сейчас не проехать. А бугры наделала компания, которая делала дорогу. Грейдер. Грейдер проходил. И машина. Машина приехала, КамАЗ отсыпал. Здесь каким-то старым кусками асфальта, всего-всего. И вот они сделали такую дорогу. Вот такая дорога здесь идет. Сейчас. Хочешь заработать 5000 рублей? Участвуй в проекте «Мой экшен» на АСН-24. Снимай и отправляй интересное, смешное или скандальное видео на...